Доброе утро, моя любимая страна. Новый день и новая бусинка у нас. К нам приехала такая красавица, как говорят, невская маскарадная порода. Приехала к нам на плановую операцию. Операция по удалению конкремента в мочевом пузыре. По-другому, нашей красавице мочекаменная болезнь. Там камни, которые царапают слизистую, вызывают воспаление и постоянное кровотечение. Пробовали лечить терапевтически. Временный эффект, и снова возвращаемся к тем же симптомам. Сегодня наша задача шагать в сторону операции, все расскажем, покажем, поэтому, кому интересна данная тема, присаживайтесь и наблюдайте за нашей историей. Наша красавица уже на операционном столе находится в состоянии полного наркоза. Всех вас хотел бы попросить, чтобы подержали кулачки за нашу красавицу. Чтобы у нее операция прошла тихо и спокойно, чтобы все было хорошо. Наша операция успешно выполнена. Красавица еще в наркозе, но это будет недолго. Сейчас вот в лапке стоит катетер, сделаем ей капельницу, выведем с наркоза, а пока выводим, наберем хозяйку Евгению и расскажем, что все прошло отлично. Пускай не переживает, не волнуется и приезжает в назначенное время. Для отчетности покажем камушки. Вот такие камушки. Небольшие, при этом очень острые, которые разрезали слизистого мочевого и вызывали постоянное кровотечение. Цель операции достигнута, камушки извлекли, назначим специальное лечение, специальный корм, и в дальнейшем наша красавица будет жить долго и счастливо. Наша история продолжается, красавица еще спит, ей снятся сладкие добрые сны, а когда проснется, хозяйка уже здесь. И самые тяжелые болезненные ощущения будут позади. Почему? Потому что камешки достали, боль убрали, кровь прекратится, и будет теперь все хорошо. Наша история продолжается. Ох, красавица пришла в себя, и мы перемещаемся навстречу нашей хозяйке.